как сразу оформить-то вашего руководителя можно? Так, потому что сжигание запрещено. Канава? Конечно. До окончания срока предписания осталось меньше суток. Если раньше железнодорожники на улице Серова замеченными не были, то сегодня здесь с утра кипит бурная деятельность. Люди в оранжевых жилетах жгут мусор и косят траву. С одной стороны, может порадоваться, что предписание исполняется, но с другой непонятно, для чего нужно было ждать именно зимы, чтобы исполнить элементарное предписание. От соседства с железной дорогой в первую очередь страдают жители улицы Серова. С недавних пор частные дома от железнодорожных путей ограждены забором. Впрочем, если от лишнего шума такая стена защищает, то вот для мусора, постоянно летящего с вагонов, забор не стал непреодолимой преградой. Уже завтра сотрудники контрольной инспекции планируют вновь здесь побывать, чтобы убедиться в качестве уборки. И если картина мало изменится, то начальнику дистанции инженерных сетей, на чье имя и было выписано предписание, грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, плюс привлечение к административной ответственности. Светлана Тулунова, Сергей Рычков, Время новостей.